Доброе утро. Сегодня 7 декабря 2017 года. Я решила быть примерно скромной учительницей. Два дня вам не показывала, когда я была понаряднее. А сегодня вот у нас вторую ночь заморозок, причем прямо серьезный. И я надеваю вот свою изумрудную кофточку. Кто-то недавно спрашивал: «Ой, Калета, ты сама связала?» Не сама. У меня вот таких кофточек очень много, и совсем недавно в нарядах дня, в покупках ноября я показывала, что я еще одну такую купила случайно, потому что не помню, какая расцветка у меня есть, и я оставила этот свитерок на случай, если кто-то захочет его выиграть, а может быть купить, потому что у меня, в принципе, много вещей новых, которые я купила, а носить все равно не стала. Они прямо с этикетками у меня есть, а некоторые я постирала, но я тоже не одевала. То есть по нарядам дня можно проверить, носила я или не носила. Штанишечки одела черненькие, и под них надела вот такие вот длинненькие ботфортики, и сверху накину шубку. Украшения никакое не стала надевать, потому что вот этот рисуночек такой практичный, он и не предполагает, мне кажется, никакого украшения, хотя брошечку, может быть, и можно было какую-то нацепить, но вот здесь вот есть жемчужинки, которые достаточно хорошо этот свитерок украшают. Можно даже одну и застегнуть. Сейчас посмотрю, как. У нас есть вот такие очечки. Прямо цвет в цвет. Сейчас я их в машину брошу. Глазки я тоже подвела изумрудным. На руках у нас изумрудное кольцо. И кольцо из змеевика. А сюда я надела вот этот вот янтарь. Темный, с зеленоватым оттеночком немножечко. Ну, он на черный вообще смахивает. Но захотелось мне тоже это колечко надеть. И ногти у меня все еще зеленые. Это у меня был раскрас под осень. Надо уже делать раскрас под Рождество. Пора. Так, открыла. Из ароматов у нас Джессика Симпсон. И на ней ничего не написано, кроме Джессика Симпсон, но название у нее какое-то было. Я помню, она продавалась в такой белой коробочке, красивой. Я купила его, наверное, в прошлом году, тогда, когда надумала скупить всю Джессику Симпсон. И у меня, наверное, флакона 4 есть, не могу найти, где дырочка. А так, то есть у меня, наверное, флакона 4 ее есть. Fancy, Fancy Nights, еще что-то. И вот этот флакончик. И я остановилась. У нее, конечно, больше наименований, чем 4. Но я прекратила скупать ее, решив для себя, что все-таки основные интонации, они повторяются в каждом флаконе. Где-то более ярко, где-то послабее. Но это всегда похоже. Понятно, что это Джессика Симпсон. И я буду эти разбрызгивать. И вот уже у меня 3 флакончика по чуть-чуть, а один еще полный совсем. Так что будем пока этим пользоваться. Хочу что-то другое. У меня на полочке места нет, оказывается. Так, вот здесь ничего, и браслет тоже я почему-то никакой не надела. Может быть, браслетик пододеть. Сейчас, ой, давайте сережки наденем. Чего ж мы такие? Давайте наденем сережки. Сережечки у нас цвет тоже есть. Есть вот такая, вот из натурального камня. С Урала мне подружка привозила. И есть вот такие вот сережечки. Я сейчас эти надену, они полегче. Вот тут вот камешек тяжелый. А я давным-давно сережек не носила, поэтому может быть проблемка. Могут ушки устать. Вот такие надену и пойду. Спасибо, что на меня посмотрели. С вами была Галина Смесь. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.